волшебные фигуры. Ирина, гость. Сегодня 14 июля 2018 года. Мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии создания новой семьи. По старинному славянскому обычаю я прошу свидетелей расстелить свадебный рушник, а жениха и невесту встать на свадебный рушник вместе, взявшись за руки. На пороге новой жизни, в присутствии ваших близких, друзей, родных. Позвольте спросить у вас, Юрий, берете ли вы Ирину в жены? Обещаете ли вы любить ее? Приносить в дом радость, заботиться о ней каждый день и всю жизнь? Да. Громче, пожалуйста, да. Мы совсем не слышим. Мне кажется, надо поаплодировать. За любовь, за ласку, за бессонные ночи. Поклонитесь родителям и сыновьям.